Дорогие друзья, всем привет! Чуть не пошел спать, случайно зашел в игру и вспомнил в магазине же спецуха, которую я вам обещал задонатить. Осталось 3 минуты, представляете, как я вовремя просто вошел. Я вас просил на прошлом ролике 10 тысяч лайков, вы опять не собрали 10 тысяч лайков. Блин, ребят, что с вами? Ну, давайте хоть на этом ролике соберем. Поставьте на этот ролик лайк. Вот, ну, да, соберем, давайте 10к. Ну, пожалуйста. Короче, мне это спецпредложение так важно, я бы его так донатил, потому что здесь 50к голды, а 50к голды на дороге никогда не валяют. В общем, и плюс новая легендарка. Сейчас затестим, с новой легендаркой поиграем. Доначу $10. Я, наверное, когда сделаю себе фуловый аккаунт на холдике, вот тогда я, наверное, возьму и почитаю, сколько всего я закинул денег в игру Clash Royale. Потому что, ну, хотя всего будет трудно посчитать, потому что я буду, наверное, смотреть по транзакциям, с карты, но я не только с карты донатил, я и с Киви когда-то донатил, поэтому точную сумму я все равно, но хотя бы приблизительную я могу узнать. Я сейчас вот, открываю сундук и как-то вот просрал тот момент, какие Олеги выбирать. Голем или Пека? Ай, блин. Хороший выбор. Я возьму, наверное, Пеку. А Голем уже достал. На Твинке точно не буду играть Големом. Голем у меня на основе. Пускай там. Сюда Голема не будем интегрировать. Хотя любимая карта — это мой Голем. Опа-ча. А вот это интересно. Шахтер или... Возьму Шахтера. Объясню почему. Потому что, наверное, возьму королевского призрака. Блин, я просто сейчас резко передумал брать шахтера. Королевский призрак тоже классный, но... Шахтер, ну это же шахта. Ай, хрен с ним, беру шахтера. Не, ну классно. Новая легендарочка, естественно, делаем скриншот. Спасибо большое. А кому спасибо большое? Спасибо большое мне, что я закинул $10 и получил этот сундук. Я не знаю, ну за шахтера рили спасибо. Я не знаю, вместо чего взять шахтера в эту деку, напишите в комментариях. Вот, в общем, сейчас сделаем парочку онлайн-каток. Сейчас я подумаю над колодой, как придумаю деку, пойдем онлайн-катки катать. Ну, короче, ребята, немного подумав, я решил взять вместо печки шахтера. Я честно не знаю, что получится. Конечно же, печка вряд ли, точнее, шахтер вряд ли заменит печку. Но, тем не менее, просто, ну, не придумал, куда, вместо чего его запихнуть. Ну, все прям надо, все идеально. И если я хоть что-то уберу, прям, мне кажется, будет нереально потом задефаться той или иной колоды. Короче, поехали в бой. Давайте быстренько откроем сундучки, вдруг сейчас лего дроп. Да, вот это будет вообще шок-контент, блин. Не, к сожалению, шок-контента не будет, поэтому поехали сразу в бой. Итак, 7 уровень нам подбирается. Окей, я думаю, что уже буквально на днях я буду на 9, а то и уже на 10 арене. Если вы на этом ролике, опять же повторюсь, соберете 10к лайков, я сразу публикую ролик, где я на новой арене. Я понимаю, 10к лайков — это не маленькая цифра, но если соберем, будет пушка. Нормально будет, если я сейчас накрою фаерболом и ведьму, и тамбу. Я думаю, что нормально. Даже можно не подкидывать, смотрите, королевского гиганта. Оп, и, пожалуйста, живи. Отлично. Закидываем шахтера, закидываем мегамуху. Ё-моё, нихера себе. Сколько у него всего там красивого, интересного. Мегамуха, убей. Так, раз тычка, два тычка. И 3 тычка, отлично. И смотрите, мы как раз надгробие практически уничтожили. Я думаю, что можно даже сейчас поставить королевского гиганта. А почему нет, да? Я думаю, можем. Все скелетики на нашей половине. Здесь лучниц. Так, лучницы помогут сейчас немножечко так разобраться. Я думаю, что разряд сливать нельзя. Фаербол... Тоже, блин, не знаю. Не буду кидать. Опа, вот хорошо, что не кинул фаербол. Так, здесь давайте фаербол и разряд. Так, и мегаминьон срочно, оп, хорошо, фух. Блин, буду знать, что у него шарик, теперь буду лучниц беречь. Так, закидываем шахтера, блин, поздно закинул шахту, надо было чуть-чуть пораньше. Ага, я понял. Это, короче, гигант шар. Ну, у него колода неплохая, и мне кажется, ребята, он играет хорошо. То есть, ну, чувствуется сложность какая-то, хотя у меня получается дефаться, не знаю, за счет того, что у меня такая колода интересная, либо, может, прокачка у меня лучше, не знаю, но у меня получается дефать, но я все равно чувствую такой дискомфорт, вот как-то он заставляет меня нервничать, не знаю, может, это обманчивое чувство. Так, ну что, сливаем фаербол, у нас сейчас есть уже мегаминьон, если будет шарик,
Так, здесь давайте мегаминьон, вот он, здесь у нас разряд, я не вижу, что там рыцарь идет, да? Шарик, к сожалению, тычку сделает, но я надеюсь, всего лишь одну. Да, всего лишь одну. Осталось 288 хитпоинтов, забрасываем шахтера сюда и туда, наверное, еще фаер кинем. Блин, пожалуйста, пожалуйста, шахтер, вся надежда на тебя. Еще одну тычку, давай. 23 секунды. Как дефаться 23 секунды? Я думаю, что шарик я все равно пропускаю, хотя... уже лучницы, вот смотрите, есть. Вот они лучницы, здесь вот, давай. И вот, самое главное сейчас, нет, даже без разряда, отлично, шарик долетает, но не делает тычку. Блин, первая каточка, она победная, мне прям аж приятно стало от того, что я выиграл. Потому что я думал, сейчас возьму шахтер, начну проигрывать, начну вырезать. С первого же дубля, первая же катка сразу победная. Ставьте лайк, ребята, за новую Лего, правда. Я очень стараюсь развивать Твинка как можно быстрее, менять колоды, выбивать новые карты. Поэтому... Вау, первый уровень, блин. Друзья, я думаю, что будет честно. Не, давайте так. Договоримся с вами так. Мне вот сейчас плюс 30 кубков от него, ну, роли не сыграет. Да, я, то есть, могу эти 30 кубков с легкостью поднять. А вот он, я сомневаюсь, что сможет эти кубки с легкостью поднять. Поэтому смотрите, что мы сделаем. Я сейчас буду против него играть нормально, без всяких там приколов. А в конце просто я ему отдам победу. Все. Так, здесь мини-пека. У него будут фулл легендарки. Хотя, знаете, а вдруг он меня и так выиграет? Это первый уровень. Я так понимаю, это чей-то проект, возможно, не знаю. Либо просто челик захотел первым уровнем подняться. Но это огромный респект. Я ему, естественно, дам победу. Но отдавать просто так победу, ну, не сильно хочется. Хочется с ним поиграть, посмотреть, на что он способен. Вот, ну, скорее всего, да, я, конечно, тут по-любому лидер, естественно, я тут выигрываю. Все, я одну вышку сношу. Блин, я не знаю, надо ему хотя бы повод дать, а то он сейчас перестанет играть и победу не заберет. Так, как быть сейчас? Давайте, наверное, все. Не, стоп, он еще против меня, видите, строит атаку. Давайте, окей. Я сейчас постараюсь снести вторую вышку, а после этого полностью перестаю действовать. И пускай он на двойном эликсире меня ломает на 3 короны. А так ему респект на 8-й арене первым уровнем. Хотя я знаю, что первые уровни некоторые есть и на 3000, и даже рекорд 4к. Но не каждый так сможет, давайте быть честными. Так, я даже королевского гиганта подкидывать не буду. Все, я думаю, что этого достаточно вам для того, чтобы понять, что я здесь и так бы затащил. Все, теперь просто ему показываю, что я отдаю ему победу. И пускай сносит меня на 3 короны. Я полностью буду бездействовать. Просто понимаете, я эти кубки и так апну. А для него, я думаю, эта победа будет приятной. Просто ему тоже отдавать так победу мне не очень хотелось, неинтересно. Так я хоть убедился, что я бы его выиграл в любом случае. Потому что 2 вышки ему на изи снес. Вот, ну а 3 короны я ему отдаю. Удачи, я не сопротивляюсь, надеюсь, он благодарен и понимает. Да, он понимает. Отличная игра, удачи. Вот так вот, первому уровню отдали победу. Он рад, и я тоже рад, что он рад. Минус 22. Ну, не так много. Все, поехали, последнюю каточку. Я все равно себе там в душе засчитываю себе победу, потому что я снес 2 вышки. Я убедился, что я бы его сломал бы однозначно и на 3 короны. Но это очевидно. Блин, он первый уровень, а у меня королевский гигант с шахтером. Ну, о чем там речь вообще может быть? А так, удачи пацану. Или девушке, не знаю, кто там играл. Так, кор гиганта на правую сторону, 3 мушкетера. Интересно. Так, интересно, куда же он выбросит орду мух или таран, или что там у него? Так, вышибала. Лучницы. А они 5 уровня, так они вообще дрищи, блин, эти мушкетеры. Но он сделал сплит, не знаю, шарит он играть или нет. Шахтер я забрасываю на ведьму. С шахтера на ведьму сделаю здесь разряд, потому что всякие там скелетики, гоблины. Вышибала вообще по красоте всех, короче, прибрал. И осталось 600 хитпоинтов. И у меня снова есть королевский гигант. Но знаете, что я думаю? А хотя, слушайте, мне кажется, что я на 3 короны его осилю. Давайте, все, ставим кор гиганта. Хотя, знаете, вот Ванга. Сейчас будет армия скелетов. А ну. Просто за последнее время в рояле у меня как-то интуиция не подводит. Я как-то чувствую, что выбросит соперник. Может, просто, ну, предсказуемые все стали.
Вот сейчас я думал, что будет армейский летом, но я не угадал. Так, ладно, здесь выбрасываем вышибалу. Я все равно пойду на три короны, потому что я думаю, что смогу. У меня есть шахтер, у меня есть коргик. Сейчас мы просто задефаемся. Его трех мушкетеров мы фаерболом, да, убиваем. Я думаю, что у него там больше ничего такого интересного нету. Тем более прокачка у него слабенькая. Пятая рарки. Опять же, можно было бы пойти ему навстречу, отдать победу. Хотя хрен, блин, зачем я буду отдавать победу каждому второму, да? У кого слабая прокачка теперь или что? Забрасываю мини-пеку и шахтера. Готовим сейчас разряд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, разряд. Хотя бы одну тычку. Эх, блин. Короче, я погорячился, наверное, на три короны будет не так легко его снести. Это, скорее всего, победа, но три короны, блин, не хватило мне элика немножко. То есть я королевского гиганта не поставил. Так, хорошо. Фаербол сливать тоже мы не будем. Будем мы фаербол сливать. Однозначно будем. Так, тихо-тихо-тихо. Фух, я думал, он снесет. Да лол, лол. Отменяется, ребята, три короны. Давайте хотя бы две заберем. А то мне кажется, что он сейчас вышку эту заберет. Здесь мегаминьон. И вышибала, и вышибала. Тихо, скелетики, тихо-тихо-тихо-тихо. Скелетики, ну же. Лол. Так, здесь этот лучницы плюс фаер. Фаербол убивает их. Да, он убивает. И забрасываем шахтера. Готовим разряд. Ну и, собственно, вот это уже победа точно. Вот он фризит. Я не ожидал просто в конце фриз плюс его, этот, как его, шарик. Это было неожиданно для меня. Так, здесь давайте вышибалу. Смотрите, мы еще вышку не забрали, поэтому надо быть очень-очень осторожным. Потому что сейчас, если он шарик фриз использует, то нам ГГ. Кстати, смотрите, что вышибала там делает. Просто насилует вышку. Так, здесь, смотрите, лучницы. Здесь у нас... Блядь, не то. Я выбросил не то, ребята, я выбросил не то. Разряд, разряд. Хух, ёпта. Ёпта, это просто Тиви Рояль. Это просто Тиви Рояль. Хух, ребятки. Я этот бой, наверное, отнесу в свой личный Тиви Рояль. Я не знаю. Просто посмотрите, реально крутой поединок получился. Живые эмоции, живой комментарий. Смотрите, как у него прикольно 4 единицы легендарных кубков. Или что это, не помню уже. В общем, неожиданно, я выбросил не ту карту. Я хотел запнуть, а выбросил шахтера случайно. Но я все равно затащил. Если я сюда не попаду, в этот Тиви Рояль, вот в этот Тиви Рояль, я этот повтор... Ой, подождите, я же на 8-й арене. То я отнесу этот бой к себе в Тиви Рояль. Кстати, ролик с моим личным Тиви Роялем уже будет в следующем выпуске. Давайте, 10 тысяч лайков набираем и публикую этот видос. Все, ребят, вот такой вот ролик получился. Плюс шахтер, блин, плюс эмоции. Классно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вас всех люблю, обнял, до новых встреч. Скоро увидимся, пока.